Ну, первое, здравствуйте. Очень рад, что вас много. Думаю, что мы найдем общий язык. Значит, первый, самый страшный, от чего? Мало кто из вас задумается, что все мы на 90% зомби. Остальные больше. Значит, что такое зомбирование? Это подмена естественных знаний землян, данных человеку от родителей и природой, на ложные, научные и прочие политические программы. Вот как только вам подменяют сознание, вы даже не знаете, о чем вы говорите, во что вы идете и кого вы при этом поддерживаете, хотя думаете, это очень страшное, что вы делаете все правильно. Итак, первый вам всем вопрос, вы сразу готовьтесь в диалоге со мной работать. Значит, первое, всех нас учат в школе, когда мы приходим, что учить нас будут учить от простого. Первый вопрос, корень слова какой? Ложь. И так никто не видит. Все своих детей в школу ведут для того, чтобы им давали ложные знания. Какие они будут, я вам сейчас буду это показывать. Самое первое из этих ложных знаний, кто водил детей во второй класс и проходил с ними второй класс второй раз, вы знаете, есть такое действие по математике первое, которому учат. Какое? Сложение. Скажите, пожалуйста, а по-русски как это будет? Кто-нибудь знает? Суммирование. Правильно. Вот у меня есть статья, я ее оформил на международной конференции, озвучил, где написал, методика познания, потому что ее иначе не пропускали в печать никак, ну, тем более на конференции не пропускали, я лет 6-7 мучился. Методика познания научно-технического текста, методика правки познания это, на примере математики и грамматики. Итак, первое. Мы должны четко знать, что все слова русов, я отделяю от слова не русских, а русов, все слова русов выражаются предложениями. Как только мы говорим о предложении, мы должны сказать, что каждый человек должен высказывать свою мысль полностью в одном предложении. Если есть изобретатели, то они знают, что формула изобретения может быть хоть 100 километров в длину, но она должна быть от А и кончаться точкой. Вот это одно предложение. Как только ученые начинают на 3-4 делить, все, вам уже десяток мыслей вкладывают, они у вас не стыкуются. Это первое. Второе. Есть грамматика русского языка. Есть такое понятие корень слова. Корень слова несет смысл данного выражения и переносит его на функционалы, то есть на глагол. Ну, допустим, как вот мы сейчас сказали, слово «сумма». Значит, действие какое? Суммирование. А то, что мы суммируем, как называется? Суммируемым. Подчеркиваю. Только на условии однокоренных. Итак, запомните, как только вам вводят другой корень, сложить, складывать, взять, прибавить, начинайте думать, а функционал где? Вот мы склад, складируем. Что получаем? Склад. А где сумма? Мы начинаем прибавлять. Получилось что? Прибавка. И так далее. И вот когда нам говорят, что у нас богатый русский язык, нас просто вводят в блуд. Мы должны четко, конкретно каждое слово помнить и никогда не отходить от этих правил. Поэтому я вам рассказываю, что вот кто ходит в школу, то сегодня школьные, или как я их называю, научно-образовательные программы зомби, они слово «сумма» изъяли из оборота. И они сегодня опубликовали в одном журнале, в одной книжке справочнике 2005 года, как они зомбируют нас на математике. По-русски как это называлось, кто помнит? Счет русов. А кто-нибудь помнит счет русов древний? Парами, он двоичный был. И вот я вам его произнес. Ноль, целковый, обращаю внимание, русы начинали считать с нуля. Ноль, целковый, полушка, четвертушка, осьмушка, пудовичок, медичок, серебрячок, золотничок, девятичок, десятичок. Очень мало кто это помнит. Ну, где-то отрывками кто-то где-то когда-то слышал. Нас от этого увели, говорят, арабы придумали математику. Они о нуле ничего не знают. Дальше нам говорят, что греки, великие академики, они тоже о нуле ничего не знают.
Поэтому, как только мы переходим к нулевой точке отсчета, мы сразу находим массу предметов. Я немножко забегу вперед. Такая же система с периодической системой Дмитрия Ивановича Менделеева. Все, что нам дают под Дмитрия Ивановича Менделеева, это ложная таблица. И никому в голову не приходит. Первое. У Дмитрия Ивановича Менделеева в 1902 году была табличка, в которой был нулевой ряд, нулевой период, нулевой элемент. А за ним последующий. Так вот эти умники, ученые, академики убрали все это. Нулевой ряд убрали, нулевой элемент убрали, второй элемент убрали. Остальные перенесли в восьмой ряд, все перепутали. А до этого, сознательно и несознательно, Дмитрий Иванович Менделеев взял таблицу Дальтона и пытался ее построить как периодическую на примере это, атомного веса. Ну что такое атомный вес? Кто-нибудь атом может весить? Вот вам первый сразу ввели понятие атомный вес. А никто не задумал, а как его взвесить-то? Один атом от другого вообще еще никто не отделил. Это только нам лгут эти ученые-ядерщики, что они могут то-то, то-се разделить. Ничего они не могут разделить и никогда не разделят. Это я потом вам буду, когда ближе к периодической системе переходить. Так вот, достаточно было исправить математику на русов и табличку, о которой идет начинать с нуля и все остальное, она, оказывается, переворачивается с точностью до наоборот и становится автоматом математизированной. Это я вам тоже покажу, если у кого-то есть эти компьютеры заряженные, у меня с собой флешка, и там на статьях оно у меня есть. Вот. Ну, а если нет, поговорим об этом. Итак, первое, самое главное, самое страшное, что нам выдают таблицу умножения, да еще прикрываются именем Пифагора. И говорят, что это табличка умножения Пифагора. А кто-нибудь помнит у Пифагора главную его теорему? Пифагоровы штаны во все стороны равны, сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Так как мог Пифагор такую дурь написать, по которой учат наших детей, когда он четко отделял? Сумма – это сумма, а возведение в степень умножения – это другое дело. Что это значит? Это значит, что если мы берем а квадрат, а на а получается а квадрат. А теперь обращаю ваше внимание, 2 умножить на 3, сколько это будет? 6. Вот видите? А теперь смотрите, я вам что сказал? 2 умножить на 3. Что вы сделали, когда посчитали 6? Суммировали. Суммировали. Обратите внимание, до какой глубины все зомби. Мы пишем 2 плюс 2 плюс 2, написано 2 умножить 3. Вот где главное. И люди этого не видят. Вот что самое страшное. Точно так же, как сегодня, наконец, написали на табаке. Это вас убивает. Он читает, но курит. Ему написано, черным по белому. Это убивает вашу жизнь. Он читает и курит. То есть настолько тормозные центры абсолютно вырублены у человека. Теперь перейдем к самой математике. Математика есть предметная, а есть числовая. Когда мы говорим о математике суммирования и предметной, в школе нас учат на жучках, на яблоках. Правильно, да? И когда мы говорим, 2 яблока плюс 3 яблока будет 5 яблок. Это нормально? А 2 плюс 3 что мы суммируем? Мы ничего не суммируем. Почему? Потому что я вам сразу добавляю. А если мы 2 умножаем на 0, сколько будет? 0. Вот видите, 0. Скажите, пожалуйста, а если я умножаю 2 самолета на 0? Ракета, которая их сбивает. Вот, вот, видите? И вот вы задумались. Тогда я вам дальше раскрываю вашу логику. А 2 чего мы умножали, когда 0 получили? Да это не важно, чего мы умножали. Уважаемые. Во-во-во-во. Ничего! А если вы ничего умножаете хоть на миллион, будет ничего, но не ноль. Это важнейшее понятие. Вот здесь и начинается подмена вашего сознания полностью. Почему? Потому что когда мы говорим, что такое ноль, у русов ноль являлся единицей измерения. Ну все вы знаете, возведение в степень. Любое число в нулевой степени чему равно? А почему? Так сказали. Очень хорошо. Принято в математике. Сейчас, ну, давай так, потом. Значит, я же для этого и рассказываю, чтобы вы думали, а не спорили. Вы думаете, а не спорьте. Итак,
Теперь берем определение, возведение в степень. Кто-нибудь наизусть помнит, что такое возведение в степень? Умножение, да. Число само на себя. Действие возведения в степень – это умножение числа самого на себя. Обращаю ваше внимание, это одно и то же действие в разных формах записи. Это понятно? Тогда, если мы говорим, что это так, тогда 2 умножить на 0 и 2 в нулевой степени тождественны. А тогда они что дают нам? Единицу. Итак, первая, главная величина, единица, у русов была и есть. Сегодня нас продолжают, что единица – это корень квадратный из плюс-минус единицы. Вот такую дурь нам вводят сегодня академики, и Академия образования, и Академия высшей научной РАН. Но когда люди не задумываются, они просто принимают, и как я всегда говорю, у вас попугай кто-нибудь был, вы его приучили. Попка дурак, все мы сегодня повторяем эти слова. Теперь показываю. 2 плюс 2 плюс 2 равно 6. Никто не возражает, что это сумма? Никто. 2 умножить 2. Умножить 2. Никто не возражает, что это 2 трети и это 8. А в таблицу умножения с детства вас заставляют учить сумму. 2 плюс 2 равно 6. Теперь, что для этого делают? Я вот студентам даю такой вопрос. 2 умножить на 3. Это 2 плюс 2 плюс 2. Или это 2 умножить 2 умножить 2. Докажите, что правильно. И все говорят, ну как же, ну все же так считают. И вот я вам почему говорю, а чего вы не понимаете, считаете? Вот здесь все просто. Это будет 8, это будет 2 в третьей, а это будет 6. Кому надо было эту проблему ввести в одну? Этим занимается Академия образования, Академия наук. Что-то я не понимаю ошибку, еще раз повторите. Объясните, что-то я не прочитал. Сейчас я вам объясню. А вот когда мы начинаем здраво мыслить, мы записываем очень простую фразу. Мы вот это, смотрите, нормальный ход, это надо просто разделить. Здесь есть проблема, никак не разберем. Здесь умножение, а здесь сумма. Ну как это может быть? Это не равно. Не равно. Это разные действия. Да. Ну в школе-то всем пишут. А второе, а это равно? Да. Тогда мне говорят, 2 умножить на 3, это нормально. Это тождественно 2 в третьей. Это тождественно 8. А как быть с этим? И вот я в Академию образования звоню, они говорят, Юрий Степанович, нет короткой записи. Я говорю, врете. Двойку просуммировать 3 раза, и все проблемы сняты. Вам будут вешать лапшу на уши, что надо 1000 раз перемножать. Какой перемножать? Если вы просуммировали 3 раза, это сумма. Если вы умножили 3 раза, это произведение, возведение в степени умножения. Все. Как они еще нас дурят? Они пишут 2 умножить 2. О, это нет, вру, не умножить. 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 равно 8. Это пишут, можно записать как 2 умножить на 4. И это в учебниках. По этой школе так пишут. Как это можно сумму записать как умножение? Вы тут вдумались, да? Это вот такую дурь нам с детства закладывают. А человек, который, вернее, людин, который этого не знает, он вообще ничего не может отличить. Вы уж меня извините. Если он таких простых вещей не видит своими глазами, это значит, что тормозные центры у него не работают. Они вырублены напрочь. Поэтому я всех призываю, проверяйте, проверяйте и еще раз проверяйте. Никому не доверяйте. Все должно соответствовать природе. Запомните, там критерий 100% и всегда все правильно. Так, суммы все понятно? Нет.
Вот это вот последнее, как вы равно написали? 2 умножить на 3 равняется. Не равно. Вот смотрите. Сколько умножаем 3 раза? Вот скажите, 2 умножаем на 2, сколько будет? 4. 4 умножаем на 2, сколько будет? 8. Что вам непонятно? Умножайте, как положено и по правилам. Почему? Потому что многие, вот я сейчас уже меня много тысяч посмотрела, и мне присылают всю одну ошибку. Юрий Степанович, ну как же так? 2 умножить на 4 у вас 2 умножить 2 умножить 2 умножить 2. Это не 8. Это значит, тогда надо написать 2 в квадрате, 2, 4, да? Потом 2 в четвертой, 2 в восьмой или 2 в 16. Я говорю, вот видите, задание это вот это задание. Что нужно сделать? Какую операцию провести? Двойку умножить на 4. Мы ее раскладываем на множители. Чтобы у вас голова не болела, я вместо этого буду ставить точечку. Разложили на множители. И тогда все проблемы исчезли. Но поскольку нам дают одни и те же знаки, а у людей, ну как бы, одни хотят себе навредить и пытаться меня поймать на чем-то. Ну, это невозможно, но тем не менее. Вот. Таким образом, мы получаем 2 в четвертой или 16. То есть, мы опять получаем тождество между умножением и возведением в степень. Главное, что вы всегда ссылаетесь на правила математики. Вся уголовная наука противоречит своим правилам. Дальше. Они пишут, что любое число или любое действие, о котором мы говорим по математике, оно имеет свойства, которые прописаны вот в этих последних учебниках. Сегодня все новые учебники, эти старые, изымаются, чтобы мы не могли никогда на них сослаться. И уже кому-то объяснить, что это в учебнике написано, будет очень тяжело. Поэтому всегда возвращайтесь к конкретным пересчетам. И к словам. Вот мы по-русски говорим, кто у нас считает? Счетовод. Это нормально. А когда мы говорим слово умножить, скажите, пожалуйста, никто не видит в нем другой смысл? И вообще, как это можно было показать на примере в природе умножить? Бактерии развиваются. Бактерии. Пространство просто. Нет. Значит, самый простой путь. Сельскохозяйственники здесь есть? У кого дачи есть, зернышки, огурцы, помидоры. Вы сажаете одно зернышко, а получаете сколько? Тогда я вам пишу, чтобы вы понимали. Это значит, что мы сделали? Умно. Умножили, размножили. Вот в чем все дело. Это русское слово и подменяют на все что угодно. И сумму подменяют на склад, складывать там. Потом говорят, вот мы взяли. Я говорю, ну вот и задумайтесь. Вот я взял раз, вот я взял два. Какого действия мы не сделали? Ни суммирование, ни умножение. Мы просто брали. А вам говорят, взять три раза. И вы все пошли считать. Чего считать? Никаких действий, кроме умножения, возведения в степень, вычитания и суммирования нет. Теперь возвращаемся к очень важному моменту деления. Итак, умножили, вам понятно, что это умножили. А теперь скажите, а умножение обратное какому действию? Делению. Скажите, пожалуйста, а кто-нибудь видел в природе деление? Ой, какая прелесть. Ну-ка расскажите, кто видел клетку, которая делится? Никогда не найдете. Я привожу простой пример, чтобы вы понимали. Когда я с биологами стал разговаривать... Почему женщина рожает? Ой, какая прелесть. Женщина родит. Родит, она родила. Скажите, пожалуйста, разве она разделилась? Она размножилась. Вот главное, вот когда нам втюривают эту дурь, и любая клетка в природе, прежде чем образовать из одной две, сначала создать такой же организм, равный себе, и потом только
множится, но никогда не делится. Действий деления в природе нет. Мало того, нет этого действия и в математике. А как же поделиться с товарищем? Ну, вообще-то, наверное, это... Значит, давайте так. Вот, сейчас мы поговорим. Что значит разделить? Вот если у вас есть один листочек, можно дать мне один листочек какой-нибудь? Вот это полноценная единица, которую мы считаем. Если мы его разорвем, что мы сделаем? Это значит, что мы общую систему что сделали? Разрушили, уничтожили и уменьшили. А когда мы говорим, что женщина родила или клетка удвоилась, то она жива. И она не уменьшилась, она растет. Понимаете, вот эту логику, которую нам вводит, она и позволяет нам думать с точностью до наоборот. Беда именно в этом. И вот я вам показываю действие деления. Теперь вы уже знаете, что 2 умножить на 3 – 8. Это у вас не вызывает сомнений? Сколько надо, столько будет. Смотрите, как просто. 3 двойки целых. 2 умножаем 2, умножаем 2, получаем 8. Вопросов нет? Нет. Теперь попробуем 8 разделить на 3, как нас учили уголком. Вспоминаете? Вроде бы все правильно. А давайте проверим. 3 плюс 3, это будет 6, да? И сюда мы сносим двойку. Получается 2. Сносим 0. 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3. Плюс 3. Будет 18, да? Значит, сюда сносим 18. Вычитаем, получаемся 2, то есть 2,6 в периоде. О каком действии деления говорить, если они не соответствуют ответу? 2,666. Они не соответствуют, и никому в голову не придет это проверить. Образование наказать надо. Хуже. Подскажите мне тогда, пожалуйста. Потом, ладно, с вопросами? Хорошо, ладно. Я буду потом... С уважением, вот, я вернулся просто. Ко всему вернемся, потом это все будет. Итак, смотрите. Вот здесь мы суммируем. Вот здесь мы вычитаем. А где же действие деления, которое у нас обозначается 2 точками? Что за бред? И вот такую дурь каждому из нас втюривают в мозги с детства. Естественно, понимания ничего нет. И как нам скажут, и когда все вот говорят об инфляции, то все, что говорят рынки, все это сказки. На самом деле, я сейчас вам покажу, что нас дурят в цифрах. То есть никакого рынка нет, не было и никогда не будет. Почему? Потому что все это построено на ложном счете. Вот вам яблоко. Я почему его говорю? Вы знаете, сколько яблок символических? Первое яблоко какое? Адамово надкусанное, да? Второе какое яблоко? Ньютона. С чем оно? С черной точкой. Читайте рекламу, везде в метро висят. Оно гнилое, которое падает. Третье яблоко какое? Раздора. Четвертое какое яблоко? Явлинского. Обращай внимание на его, я сюда прям показываю, флажок, а вот здесь зернышки, и вот сюда направлена стрелочка. А еще я вам добавлю одну очень интересную. Apple, тоже яблоко, но оно какое уже? Оно вот какое. Оно уже не надкусанное, а строго вырезанное. Скажите, пожалуйста, а почему это все в яблоках? Никогда не задумывались? Это главный символ зомбирования. Значит, когда мы говорим о яблоках, кто-нибудь сам сажал из семечки яблоньку? Что вырастает? Дичка, какая прелесть. А что потом мы делаем? Как? Прививку делаем. Чтобы, вот теперь подчеркиваю ваш, чтобы на человеке паразитировать, ему прививают через мозги ложь. И вот яблоко — это символ зомбирования везде.
Вот почему все основные материалы идут через зомбирование яблоками. И Apple, и вся эта система, она сводится только к тому, чтобы показать, что необходимо каждому человеку сделать прививку в мозгах. Тогда получается кто? Интеллектуальные зомби. Интеллектуальные солдаты. Вот в 91-м году они классически продемонстрировали, вместо того, чтобы с оружием в руках защищать нашу родину от шайки уголовников, они пошли голодать. Это кто, солдат или кто? Чмо. Это не солдат, это чмо. Теперь возвращаемся к яблоку. Вот мы его пишем как один и отождествляем, как на рынке, с бумажкой в один доллар. Отождествляем с канистрой бензина. Один литр. Отождествляем с одним зернышком золота. Ну и, естественно, замыкаем эту систему. Получается рынок. При этом 1 доллар – это расчетная единица, и все происходит на рынке в виде себестоимости. Кто-нибудь возражать будет? Нет. А теперь подумайте. Приходит продавец, этот покупатель, и приносит мне бумажку, ну так, чтобы было совсем за вам заметно, такую же бумажку, 100 долларов. И просит у меня 100 яблок. Ваши действия. Нет, нет предложений. Тогда я как продавец и РУС, я ему говорю, скажи мне, пожалуйста, а чем у тебя отличается вот эта бумажка в 1 доллар от вот этой 100 долларов? Цифрами, уважаемые, цифрами. А цифры ничего не стоят. А бумажки-то одни и те же. Нет, мы договариваемся, не путайте. Вот здесь такая договоренность. Если мы берем вот эту бумажку с такой цифрой и ее отождествляем, то только она имеет право быть в товарообороте. А когда нам приносят такую же бумажку, пишут на ней 100, там 1000 долларов или еще чего-то, нас что делают? В наглую дурят. Нас грабят открытым текстом. А мы, как дятлы, продаемся. А потом они объявляют нам о том, что инфляция. Нас ограбили, а говорят, что инфляция пришла. То есть, вы понимаете, они на цифры с нас берут продукты. И зарплату нас платят одной бумажкой. Вы только вдумайтесь. И это только от того, что мы не знаем таблицы умножения. Вот в чем вся проблема. И когда человек не знает таких простых вещей, вот эта шайка уголовников, она и становится олигархами. Ну, простой пример. Двойку умножить 10 раз, это сколько будет? 1024. А у вас в головах пока 20. Пока. Я надеюсь, что не будет. Теперь представьте себе, что 1004 у них уже в кармане. А вас начинают дурить на этих двадцатках. Вы въехали? То есть вот эта система оболванивания финансируется только властью уголовников. И вот для того, чтобы мы были такими, они вкладывают миллиарды денег в науку, миллиарды в коллайдеры, в серпуховские, в швейцарские, я потом о них поговорю поконкретнее. То есть вкладываются все деньги, чтобы из нас сделать болванов. Теперь, как проверить таблицу умножения? Кто-нибудь когда-нибудь думал над тем, а правильно ли это или нет? Не разрешают думать, требуют... Еще раз. Никогда ни у кого не спрашивайте, можно ли думать, можно ли проверять. Вы должны быть... вольны в своей голове. Вы должны быть вольнодумцы. Вы должны изволить. Я изволю проверять. И пошли все куда хотят. Мир, май, рай, чай. Дальше дорогу найдут, там на три буквы. Су.
суд на образование, все обычно. Значит, суд. Значит, я сейчас готовлю эти материалы потихонечку, но я вам сразу говорю, что сегодня эта шайка издала закон 436. Может, кто-нибудь слышал о нем? Это защита детей от ложной от информации, приносящей вред вред здоровью и развитию детей. Так вот, все Министерство образования, вся система, да, подходит под эту статью, ну, и ее можно сажать. Ну так и давай. Это уголовники, которые целенаправленно нас зомбируют. Я буду готовить, почему я говорю, как только мы это подадим в суд, а иски можно направлять от каждого отдельного человека, и от я думаю, что федерации. Мы уже бойцы будем, будь здоров какие. Ну, прямой путь к апреле. Вот, теперь как проверить таблицу умножения? Ну, опять берем, вот я всем показываю. 5 умножаем на 5. Мы должны что сделать? Сначала показать, что это 5 тождественно в пятой степени. Это понятно? Да. Здесь вопросов нет, да? Да. Нет. Дальше мы пишем, что мы ее раскладываем на 5 пятерок. То есть это действие в математике как называется? Это называется разложить на множители. Мы это делаем, потому что других операций в математике нет, мы все их знаем. Но нам не говорят о них. Одну минуточку. Дальше начинаем проверять. Вот эту пятерку первую оставляем. Равняется 5, умножаем. А вторую пятерочку, я показываю, мы раскладываем на единицу. Это понятно, вот эту? И тогда мы умножаем 5 на 1, 5, 5 на 1, 5, 5 на 1, 5, 5 на 1, 5, 5 на 1, 5. Итого в скобке получилось 25. Берем следующую. Это здесь, значит, уже стало 25. 25 мы умножаем на следующую пятерку. Я не пишу пока эти последующие. Лучше, когда их писать, но здесь покороче. Получается 25. Мы умножаем 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1. Получается здесь 25, 25, 25, 25, 25. Итого 125. Правильно? Идем дальше. 125 мы умножаем на третью пятерку. Да, мы умножаем так. Получается 125 умножаем 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Здесь получается 625. Я уже, вы понимаете, что 125, 125, 625. Или подписывать. Не надо. И последнюю пятерочку мы умножаем. 625 мы умножаем 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1, 2, 3, 4 плюс 1. Получается 625, 625, 625, 625 и 625. Итого 3125. А нас учат сколько будет? 120. Вот. На 3100 обманули. На 3000. Итак, я о чем вам хочу сказать. Вот когда вы владеете этими вопросами, тогда вы можете себя защитить. Поэтому я еще раз говорю, ошибиться могу я. Раз. Второе. Я могу быть таким же шарлатаном, как Академия наук. Поэтому я вас всех прошу, чтобы ваши мозги все это восприняли. И это шло не от меня, а от вас лично. Правильно. Будьте добры, напишите таблицу умножения на единички, на двойки, начиная с нуля. Обязательно. Если вы это не закрепите в мозгах, вы так и будете считать, как вы считали до сих пор. Мало и тройки тоже умножить, опять начиная с нуля. Почему я говорю? Потому что если вы... А у нас же вот если вы откроете тетрадку, у кого-нибудь есть школьная тетрадка? Вот на школьной тетрадке там на единичку умножения нет. На ноль умножения? Нет. Почему? Да потому что тогда вся таблица умножения сразу рухнет. Раньше было на единичку. А? Раньше было на единичку. Вот почему? Потому что если мы умножаем единицу
на 10, это будет единица. А если мы 10 умножаем на единичку, то будет это 10. Будет 10. Вот о чем надо помнить. А у них везде 10 там и 10 там. И вот я почему говорю, все это вы должны проверить. То есть все знают, что это так, но тем не менее никто этого не делает. И вот таким образом, настолько на одной математике нас опускают, ну, абсолютно на нулевой уровень знаний. Так, с математикой всем все понятно, проверить можно. Не все. Одну секундочку. Вопросы все будут потом. У кого есть вопросы? А дальше как двигаться? Тихо, тихо. Запишите. Но я вам говорю, что у вас будут у всех одни и те же вопросы. Поэтому давайте. Вот будет один говорить, чтобы никто больше не повторялся. Не тратить время. Так. Скажите, чтобы кто задал вопрос, там один друг. Давайте все-таки, что, на ответы отвечать? По математике, отвечаю. Чтобы они не забыли. Не так, ну, давайте с вас. Да, нет, Павел. Я просто, чтобы мне подсказали на будущее, чтобы я знал. Я умножение понимал как упрощение сложения. Вот, допустим, у нас есть 5 корзинок, и в каждой корзинке 5 яблок. Я умножил 5 на 5, у меня получилось всего 25 яблок. Скажи, пожалуйста, вопрос. Первый тебе вопрос. Что ты делал, когда умножал? Ты что делал? Еще раз, суммировал? Да, суммировал. Тогда почему ты говоришь, что ты умножал? Подожди. Хорошо, извините меня за грубость. Почему ты не скажешь, что ты пописал? Понятно, что я не скажу. Ну смотрите, допустим, 30 на 30 умножить, да, к примеру. Ну суммировать, как проще? Я посчитаю 3 на 3, 6, добавлю, ну и 600 получилось. А если я буду суммировать, я, может, минуту буду сидеть, 2. Опять, считать. это только от того, что у тебя мозги, послушай меня, не развиты. А теперь объясняю, зачем 30 раз суммировать, потому что ты суммируешь, что и умножаешь, ты делаешь одно и то же действие суммирования. Что ты голову морочишь мне? Ты же не умножаешь. Нет, я не морочу, но получается у нас... В этом все и дело. То есть, получается, мы 5 корзинок взяли, Павел, с 5 яблок. Речь идет все о том, что идет шизофренирование сознания. Да, то, да, что вот у тебя 5 корзин, в ней было по 5 яблок, ты их суммировал, у тебя 25 яблок. Привожу. А ты их не умножил, у тебя не стало их 125. Привожу классический пример, который мне задают до сегодняшнего дня. Тихо, все. Вот есть такое понятие аквариум. Аквариум. Вот вам аквариум. В этом скажи, ну давайте, да, понимание слов. Вот вам аквариум, два. Друзья, тихо. Вот это будет два, это будет три, это будет 4. И все говорят, Юрий Степанович, ну как же вот, 2 умножить на 3 и умножить на 4, сколько будет? Объем 24 метра кубичных, правильно? Говорят, а как вы посчитаете по-своему? Вопрос очень простой. Поскольку тело геометрическое, здесь у нас 2, значит делим 2. Здесь у нас 3, значит получаем 3. А здесь у нас 4. Раз, два, три, четыре. Правильно? Правильно. Я ничего не нарушил? Нет. Нет. Скажите, пожалуйста, чего здесь не сделано? Когда человек говорит 2, 3, 4, он должен написать 2 в третий, а это все в четвертый. Правильно по правилам математики? Да. И тогда получается, что это 2 в какой степени? В седьмой степени складывается, то это получится 2 в седьмой. А 2 в седьмой это сколько будет, кто-нибудь знает? 128. Не вяжется, но все считают, что они правильно. Что, какая здесь ошибка? Берем и проверяем вот этот вопрос. Раз, два, три, четыре, пять. Это будет 1 метр. Это будет 1 метр, и вот это будет у нас 1 метр. Нет, не так. Это. Вот он. 1 метр. Да. Когда мы умножаем 1 метр на 1 метр, мы получаем 1 метр какой?
кубический. Если мы пишем цифры, то будет просто один. А если мы берем предметно, то получается уже один метр кубический. Это величина уже реальная. И вот тогда мы берем один метр, и здесь будет еще один метр. По высоте их три. Здесь уже будет один метр, а здесь будет шесть. А потом шесть мы умножаем, суммируем. Раз суммируем, два суммируем, три, четыре. Шесть просуммировать четыре раз, будет 24. Вы посчитали объем. Это для всех, адски трудная задача, потому что они не понимают, что 2 умножить на 3 умножить на 4 – это ничто. А когда они берут метры, вот тогда упускается вот эта операция. 1 метр умножает на 1 метр умножает на 1 метр. Получается метр кубичный, а дальше идет суммирование. Точно так же идет и квадраты. Не 2 умножить на 3, а сначала 1 метр квадратный, а потом суммируется по площади. Понятно, да? Да. Так. Итак, легче считать. Ну. Конечно, нет. Хочу сказать, это абсолютно верно, в этом знакомо все. Но вы самого главного не даете с точки зрения первого приоритета. Все это уже известно, и это называется харийская арифметика. Не надо про харийскую арифметику. Я и особо о ней скажу. Вот, просто, это уже все известно. Сейчас нет. Это называется харийская арифметика. Вопрос-то в чем? Я не вопрос. Все, не надо. Я расскажу о харийской арифметике. Это сказать, что потому что люди... Нет, не надо сказать. Вы полностью согласен. Просто не говорят. Будете выступать? У вас другое мнение. Значит, харийская арифметика, я к ней отношусь очень хорошо, осторожно. Потому что вещь, она опасная. Когда человеку говорят, что если вы сделали вот такое действие и сказали, жды, еще какой там есть? Ну говорите. Какие там три действия? Жды, жды, трижды, три девятый. Вот, как только вам на одно и то же действие дают три разных слова. Я вам об этом только что с самого начала сказал. Все отбросьте. Может быть только одно правильное. А если при одних и тех же действиях у вас три разных ответа, дорогие мои, дураков надо искать где? Не знаете? В зеркале. Туда все, туда. Как тогда? Еще раз объясняю. Образность. Слушай внимательно. Цифры никакой образности никогда не дают, а уничтожают. Образ дают только слова. А цифры – сухая система счета. Все. Можно вопрос? Поэтому будьте осторожны и с харийской математикой. Потому что только слова дают образ человеку. Слог. А когда нас переводят, вы не думайте, что вам говорят. Цифровики кругом. Цифровая камера, цифровое телевидение. Никаких там цифровых нет. Вам просто втюривают в мозги, что там цифровые эффекты. Никакие цифры. Просто они раскладывать их могут по цифрам. И выражать в цифрах. И все. А что, камера снимает цифрами, что ли? Ну, до такой степени делают людей тупыми. Да еще раз, я понимаю, только цифры пространство не дают. Ты, когда говоришь об этом, ты сначала задумайся. А что такое пространство? Ты знаешь определение? И все. Характеристика материи. Опять. Значит так, чтобы было понятно. Существует бесконечная вселенная, построенная из шаров. И вся вселенная имеет форму шара. Это понятно? Это понятно, что это бесконечность. Она построена из маленьких бесконечностей, входящих в самих себя, и по русскому счету считается в двоичном счете. Когда мы говорим о пространстве, то мы рассматриваем ограниченную область Вселенной искусственно. То есть вот объем нашей беседки. Вот это пространство нашей Вселенной. Ему образ не надо, оно имеет. Оно всегда объемно. И запомните, когда греки, которые хотели быть самыми умными, им дали русы шар. Они с ним покрутились. И не знают, что делать. Что сделали греки? Кто помнит?
Нет, абсолютная бездарность. И сегодня эту задачку всем дуракам дают искать квадратуру шара, куба. Это да, круга. Да, квадратуру круга и кубатуру шара. Вот и все. И они его вписали. И описали. Или описали, да. И начали считать грани, ребра, эти углы. А шарами-то считать не умеют. Вот и все. Можно вопрос? Вот мы здесь все, конечно, разную степень подготовки имеем, в том числе и математики. Вот чисто по-житейски, как мы это можем применить? Например, вы когда приходите в магазин с покупками, вы как, отстаиваете свою справедливость? Вы какой вы умница. Слушайте, все, я вас понял. Это все? Да. Отвечаю. Вы приходите в магазин и скажите, пожалуйста, что вы говорите в магазине? Я хочу купить у вас что? Бананы. Бананы. Покупайте. А когда вы считаете, вам только стоит себе сказать, что я суммирую деньги, я суммирую бананы, и вы нормальный человек. Я же не отрицаю, что вы купили эти вещи. Но только вы должны понимать, что вы не умножали, что вы не взяли. А просуммировали и свои деньги, и посчитали свои деньги. Я вас как раз возвращаю к трезвому мышлению, а не говорю, чтобы вы в магазин не ходили. Нет, скажите, как вы поступаете? Так же, как и вы, я же вам объяснил. И не платите лишнего. Вот теперь мы возвращаемся с вами к слову лишнего. Как только вы себе придумали, что вы платите лишнее, то я знаю, что вот эта бумажка, кроме бумажки, ничего не стоит. Вопрос-то в чем? В том, что вам в этой помойной системе по-другому выжить нельзя. Поэтому я и предлагаю сначала всем поумнеть. Кому тяжело, я говорю, я подойду вам, вытащу вас из ямы, там палку притащу, веревку, лестницу. А вы меня все время тащите в эту помойку. А вот ты как в этой помойке выглядишь? Да так же, как и все. Что такое ноль, человек? То есть вы в магазин не ходите и ничего не покупаете? Нет. Все, закончили обсуждать эту тему. Переходим ко второй. Нет. Значит, я теперь вам хочу сказать, что как нас дурят с математикой, я вам хорошо сказал. Значит, теперь от слова математика от чего произошло, кто знает? Математика. Нет. Есть латинское слово «матема». Откройте советский энциклопедический словарь, где все нерусские слова уголовной структуры нам переводят так, как нам их надо читать. От чего все беды-то? Есть латинское слово «ма-те-ма». И дальше пишется. В переводе на русский язык означает слово «наука». Как получается? Наука-наука и матема тоже бред какой-то. Я только что и говорил. Начинается с этого. Но главное другое. А почему в переводе только первую часть слова-то? Это сложно сочиненное слово. Берете опять советский энциклопедический словарь, переворачиваете, находите слово «тик». Оно имеет три значения. Кто знает? Нервный тик. Значит, первый тик – дерево. Второй тик – ткань. И третий тик – нервное подергивание атрофированных мышц. Что туда подходит? Нервное подергивание. Теперь дальше. Но утверждать этого рано. Помните, надо все проверять до конца и доказывать. Проверяем. Фона – тик. Маразма – тик, паралитик, наркотик, сифилитик, политик, теоретик, математик. Ну, я мог бы еще назвать. И таким образом мы в своем русском понимании и восприятии этих слов сразу видим, что все, что мы имеем, это больное. Тиковое. И на этом я считаю, что с математикой мы вопрос закрыли. Спасибо. Переходим ко второй проблеме. Я почему говорю, это основной вопрос,
есть такая наука у нас, вот у меня статья, она так называется, актуальные проблемы математики, химии и физики. Значит, ученые, как все, академия нужна только для того, чтобы единые знания, теперь я подчеркиваю, единые, разделить на направления математическое, физическое и химическое. Когда я все это объясню... Уважаемые друзья, я попрошу потом можно обсуждать. Помолчать? Ну иди запись, ну что я не знаю. Кого? Вот. Для того, чтобы голова была на месте, знания природы неделимы. Если кто-то разделил, то мы получили, что наши клетки делятся, и наши родители тоже делятся, они рожают нас. Вот. Поэтому мы должны понимать, что мы должны их обязательно объединить, чтобы это было единое целое. Итак, в 869 году Дмитрий Иванович Менделеев попытался периодическую систему сделать в виде закономерности. Он назвал ее периодической, но никто никогда не видел у Дмитрия Ивановича Менделеева главного элемента периодичности какого? Нет, дело не в этом. Он не увидел элемента периодичности. Элемент периодичности – это главный математический параметр. Это значит, что должен быть какой-то элемент, который повторяется через определенные промежутки времени. Или повторяется через определенные промежутки еще чего-то, вещества и так далее, и так далее. То есть повторяемость в последовательности. У Дмитрия Ивановича Менделеева этого нет. Он только продекларировал. Это первое. Второе. В 869 году у Дмитрия Ивановича Менделеева было очень... Даже в последующих его работах эти ошибки были. Я их устранил. Почему? Потому что самое страшное – это вырваться из этой системы, которая тебя подавляет. И вот его сожрали в 906 году, вы знаете, его в академики не выбрали, только потому, что в 1902 году Дмитрий Иванович Менделеев, после того, как Рамзай открыл инертные газы, их валентность при нормальных условиях равнялась нулю, он их ввел в нулевой валентный ряд. Слышали? Но где вы видите в современной периодической системе нулевой ряд? Нету? Нету. Восьмой. А восьмой перемешан с чем? С металлами. Ввели какие-то группы, подгруппы. Ну, это и называется наводить тень на плетень или все в одну кучу. Вот. Какие же ошибки у Дмитрия Ивановича Менделеева были, которые необходимо было исправить? Все вы знаете, и всех нас учат, что кислород во всех соединениях какой? Двухвалентный. Все знаете. И все 2, 2, 2, 2 и так далее. А почему он стоит в шестом ряду? Где эти химики? У нас же второй валентный ряд есть. А он стоит в шестом ряду. Вот я его записываю. И вот он. Шестой ряд. Где эти химики? Я ходил и в Академию наук, они, да мы авторитетные ученые, мы там со всеми докторами степеняем, мы чуть не Нобелевский лауреат. Я говорю, что же вы не видите, что он двухвалентный, стоит в шестом ряду. Где это минус два? А минус это что такое? Одну секундочку, минус это что такое? Это условность. Здравствуйте, мои дорогие, а кислород реальный газ. Скажите, пожалуйста, можно ли назвать вот этот прибор с минусом или с плюсом? Вот как только вам ввели в сознание понятие условности плюс и минус, следующая стадия зомбирования на всех уровнях. Нету в природе ни положительного зайца, ни отрицательного стула. В природе есть заяц, стул, медведь, беседка. Кто возражает? Я тоже не возражаю, поэтому вы назвали его неправильным магнитом. Он магнитоотталкиватель. Вот тогда вы будете правы. Он сразу и притягивает с одной стороны, и отталкивает с противоположной стороны. И никаких двух полюсов. Он просто имеет двойное действие в обратно, туда и обратно.
Так вот, когда мы переходим к этому, никакие минусы в природе не существуют. Когда нам говорят, что тут можно это через электроны, это придумал Джозеф Томпсон, знаете, да? Он придумал так называемый электрон и сказал, что у него есть отрицательный знак. Скажите, пожалуйста, отрицательный – это как? Он сам себя отрицает? Ну, как его можно еще понять? Отрицательный – это что? А? Это глупость, которую вводят в наше сознание, и мы становимся, как корова на льду, в раскоряку. Мы не знаем, куда с ней идти, и нам говорят, вы тупые, знаем только мы умные. Вот где и сидит самая главная задача – поставить нас в положение неустойчивости сознания. И придумывают для этих целей вот такие знаки. Теперь мы переходим к самой таблице. Если верить утверждениям Дмитрия Ивановича Менделеева, литий, бериллий, бор, углерод, азот, кислород развиваются слева направо, и атомный вес неона здесь минимальный, а здесь максимальный. Правильно? По Менделееву. Скажите, пожалуйста, мы правильно понимаем периодическую систему, что она должна быть рассматриваться, все элементы при одних и тех же условиях? Да. С этим вы все согласны? Да. Какие самые лучшие условия, которые нам позволяют максимально узнать? Домашние. Нормальные условия, то есть те, при которых мы живем. Не надувать, не накачивать, не откачивать, не охлаждать, не нагревать, ничего не надо. Давайте теперь разбираться. Литий и бериллий, какие элементы? Ой, какая прелесть. Металлы. А азот, кислород, фторий, неон? И как вы себе представляете при нормальных условиях, чтобы газы были тяжелее металлов? У вас на месте все в голове? Атомный вес, а ты его взвешивал? Да. Ну нет, а тогда и не надо. Когда взвесишь, приходи, померим. Вот так все, не думая, лишь бы бросить. А, не думая. Подумать. Я всех призываю. Думать и проверять. Думать и проверять. Только тогда вы станете людьми. Итак. Таким образом, мы имеем две ошибки у Менделеева. Первая ошибка. Кислород не на том месте. И газы при нормальных условиях получаются тяжелее металлов. Абсурд. Дмитрий Иванович Менделеев переставил неон сюда. Но опять система не работает. Потому что и кислород остался на шестом ряду, и металлы идут за неоном. Что же нужно сделать? Физики, химики, физики есть тут? Скажите, пожалуйста, какой величиной мы можем выразить все, что мы имеем на Земле? Через какую величину? Ну, масса. Кто-нибудь знает определение массы? Мера инерции. Еще какие? Вес тела. Еще какие? Значит так. Вот вы пока помолчите, а потом скажете громко. Итак, первое. Мера инертности. Что такое мера инертности? Заткнулись. Отсутствие колебательных процессов. Во-во-во. А дальше что? Отсутствие жизни на Земле. Вы понимаете, вы ссылаетесь одно на другое. А где определение? А масса, еще... послушайте, масса это. Ну-ка скажите. Свойства материи. Ой, какая прелесть. Итак, главные эти подсунутые фразы я как раз и дождался. Почему? Это очень важно. Итак, мера инерции – это мера неизвестно чего. Инерция, по определению, неподвижность, бездеятельность. Читайте определение. Да. Поэтому мера бездеятельности, неподвижности – только для болванов. Бездеятельность – ее мерить еще надо. Абсурд. Дальше возвращаемся. Масса. Кто-нибудь не задумывался, что, откуда слово «эта масса» к нам пришло? Нет. Значит, если вы возьмете латинское маца, то получаете, есть такой кроссворд, великий ученый, который продукт питания перевел в физическую величину. Ньютон. Исаак Ньютон ввел нам мацу, как продукт физического измерения. Третье.
одно из свойств материи. Открываем советский энциклопедический словарь. Материя, какая категория? Философская. Философская. Я вас всех приветствую. Вам такого наговорили, что дальше некуда. И дальше можно еще врать, врать и врать. А вот, девушка, вы можете сказать, вы умница. Громко. Вы сразу, да, скажите громко. Есть такая величина, и называется она плотность. Вот через плотность мы можем выразить все свойства, а вот теперь добавляю, электровещества. Вещества просто нет в природе. Почему? Потому что каждый из вас знает с детства, если хорошо помыть голову и потереть расческой, то получается электрический заряд. Откуда он взялся? От трения. Нет. Трение только средство. И работа тоже средство. А он взялся из материалов, то есть электровеществ. И вот я, проводя теорию трения, я показал на этом, что при трении любых абсолютно веществ всегда генерируется исключительно постоянный ток. График постоянного тока кто-нибудь знает? Какой? Прямая линия. Никаких синусоид в природе нет. Это вранье. А если там только прямая линия, то откуда же электроны-то в веществах, когда постоянный ток не имеет синусоиды? Так что теоретики врут на всех уровнях. Откуда это пришло? Опять дурачат нас со школьной скамьи. Вот нам рисуют рамку. Дает вращательный момент. Рамка А, рамка Б. И точки, откуда снимают ток. И дают график. Нам говорят, что если рамку А перевести на 90 градусов, она стала. Потом мы эту рамку переворачиваем куда? 180 градусов. Никто не видит здесь подвоха? Никто не видит? Рамку Б не учитывает. О! А рамка Б-то тоже ведь крутится в это время. Она из 180 пошла в 270 только вот сюда. А когда это дошла до 180, она зашла в ноль. И мы получали шар на самом деле. Таким образом распространяются электрические заряды. И никаких синусоид. Нас просто дурят на всех уровнях. Это первое. Второе. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь внимательно смотрит за временем? Какой график времени? Прямая линия. Ну, а подумайте. Наши предки что ставили? И что он описывает? Окружность. Значит, никто не задумывается, как из циклической системы времени, час, цикл, 24 часа, цикл и так далее, выпрямляют. Вот вам. И на этом построена вся ложь физики, химии, математики. И времени. Ну и время, естественно. Время, я вот у меня есть такая статья, никакого времени в природе нет. В природе есть циклы продолжительности процессов, а время отсутствует в природе. Существует реальное взаимодействие, циклические. Таким образом, мы имеем вот этот постоянный ток. А когда мы его описываем по-русски в объеме, то мы получаем электроатом. И вот этот электроатом называется всерод. Как вы думаете, почему он всерод-то? А теперь привожу вас к простому примеру. Скажите важнейшие элементы, которые мы знаем в природе. Кислород, род. Второй. Водород, род. Третий. Углерод, род. Да все атомы с родами убрали. Пишут Галилей, Ньютон, Бор и прочую дурь. Все они родственники. И поэтому они в природе все между собой взаимодействуют.
так же, как мы должны взаимодействовать родами. Но нас наши роды разрушили, раскидали нас по всем территориям. И вот мы сейчас только стали думать, что нам нужно объединяться в роды, потому что роды всегда объединятся в единый род, народ. А дальше мы поймем, что как только мы это объединили, мы получили свою родину назад. Наша родина – природа. И вот эта шайка уголовников изымает у нас понятие рода, родословной. В 17 году нам ввели национальность. Никто не задумывался. А сегодня уголовная система хочет ввести в закон пидорастию каждому. Вот в чем все дело. Это все делается не случайно, а как говорят наши великие правители, они говорят, мы будем делать каждый день по капельке, чтобы никто ничего не заметил. То есть каждый день по капле крови с нас выкапывают, по капле сознания вытягивают. Мы должны прекратить их кормить своей кровью. Вот самое главное. Должны прекратить давать дурачить своих детей. Это главная задача. Потому что если мы не воспитаем своих детей в нужном для нас и правильном понимании родины, рода, народа, природы, дети наши будут нас убивать, насиловать и сдавать этой шайке. Наши дети должны быть нашими защитниками. Наши внуки должны быть нашими защитниками. Только тогда мы решим все свои задачи. Ну, а теперь я возвращаю вас к очень серьезной проблеме, которую вообще мало кто видит. Вот в этой модели все символы религий. Древняя русская модель атома. Вот она. Это один, один, это два. Никто здесь пока еще ничего не видит религиозного? Нет. Вот теперь смотрите, как вот это тоже шар у нас в объеме, я его специально не нарисовал, а в разрезе даю вам. Синусоида. Вот вся дурь и в математике синусоида, и в религии инь и ян. И все начинают говорить, энергия там всякую дурь вам несут. Все, что хотите. А это разрушенная модель атома древней периодической системы Руси. Что мы видим? Ислам. Сегодня он уже изуродован вот так. А тут шестиконечные звездочки. До десятка. Наши знания в беседке, Индия, папирус. Обратите внимание, если вы сейчас возьмете круги на полях эти, уголовники уже они рисуют, вы можете дописать сюда то же самое. Вот эта вот часть, они сюда дописывают. И дальше пишут еще, понятно, да? И рисуют. Потом говорят, что эти круги написали инопланетяне. Это все зомбирование для того, чтобы мы ничего не знали. Вот. И еще одна индийская штука. Зонтик. Владыка Азии. Это все есть в символах религий.
убрали сначала объем, потом перевели в плоское мышление, а потом кастрируют мозги. Ну и самый для нас страшный знак. Если мы крест. Это когда вы смотрите в торец эти окружности. Все символы являются системой разрушения модели древних атомов. Это произошло порядка 7 тысяч лет назад, когда иноземная система приземлилась, прислонилась на нашу Землю и начала уродовать наших предков. Вот такая система в религиозных уровнях. Теперь... Конечно. Они не могли истребить род русов без уничтожения, а потом уже стали устраивать нам свои исторические, не временной дате, а исто по Торе. Понятно? Из Торы. Исторические данные. Вот. Теперь мы перейдем к самому главному. А как же строится периодическая система по плотности? Она очень проста. Первое, двоичный счет, мы с вами уже говорили. И вот этот двоичный счет как раз и дал код ко всему русам. Место жили рисуешь, да? А? Место жили повыше. Повыше. А, плохо видно? Да. Хорошо. Там же на задних рядах тоже. Хорошо, 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 хорошо. Если мы его рассмотрим в разрезе, то там будет плохо видно. Я вам буду это в объеме. Я вам буду это показывать в разрезе, понятно, да? Через центральный разрез. Это электроатом Сирот. Сирот. Это единственная элементарная частица, имеющая объем электрической плотности, равный радиусу ее действия. Во все стороны. Одно измерение, радиус. И поэтому, если правильно его назвать, то это будет родус. То есть род. Род, размер, объем, все в одной величине. Достаточно знать радиус окружности, можно все-все-все считать. Но тогда это будет по-русски счет. А нужно, чтобы счет был арабский, греческий, иудейский и какой угодно, кроме русского. И поэтому нам накручивают всякую дурь. Вот, теперь этот сирот. В природе все состоит только из одних сиродов. Это единственная элементарная частица, у которой плотность равна одной космической единичке. То есть на любых планетах она имеет одну и ту же, независимо от размера. Такой, с мизинчик, с ушкой от иголки, плотность у него у всех одна и та же. А вот когда они начинают уплотняться в объеме, вот тогда появляются это атом единичный. Он может быть любого размера, но он единичный, потому что у него плотность одна и та же. Мы вписываем сюда и здесь уже будет плотность равная двум. Простейшая конструкция. Она уже уплотнилась в этой точке в два раза. Дальше идет удвоение. А вот это уже атом. Это сирот, а вот это уже отсюда ведем. Водород. И у него ноль. Нет. Да, 0,2. А это 0,0. Вон нулевой период и нулевой ряд. Понятно, да? А это 0,2. Почему? Водород 0,2 у нас называют молекула H2. Чтобы нам лапшу вешать. А молекул в природе не бывает. Потому что есть взаимодействие отдельных атомов. Но это не молекула. Это просто электрическое взаимодействие. Почему я говорю об электрических?
Потому что когда даже химики вам говорят, что если вы соединили два каких-то химических элемента, то что произошло? Образовалась какая пара? Электронная. А при чем тут химия-то? Мы просто никогда не задумываемся, когда нам подменяют сознание, образовалось электронное поле, а реакция химическая. Нет никаких химических реакций, есть электромагнитное взаимодействие. Дальше эти два. Обращаю ваше внимание, все состоит из двух компонентов. Первый компонент сирот, второй компонент 0,2. И таким образом два модуля, которые обеспечивают построение Вселенной. Поэтому любой атом состоит из основных этих элементов, и поэтому их везде всегда можно отыскать. Это самые распространенные электроатомы. Но! У нас нет приборов, которые мы могли бы замерить вот этот электроатом сирот. Мы его можем замерить только действие, когда он протекает. Вот знаете этот Гейгер и счетчик? Это проскочил сиротик. Это проскочил сиротик. Это проскочил сиротик. Всего-то навсего. Юрий Степанович, если можно, давайте минут на 15 перерыв. Как не возражаете? Ну давайте. Или... Давайте, уважаемые соратники, тут информация очень новая, тут я смотрю, и товарищи говорят, что да, так надо перестоять этому. 15 минут перерыв, просьба не опаздывать. Уплотнение идет и в следующих, и мы видим. Это вот нулевой период. Это первый период, это второй период, видите, вот он, два, это третий, это четвертый. Ну и так далее. И до восьми. И получается 2 в степени n и единица на 2 в степени n. Мы можем по этим двум цифрам, я разработал программку, она очень простая, в MATLAB делается. И нажимаешь на две кнопки, две цифры всего, 2 в степени n и единица на 2 в степени, и вылетает любой металл, этот атом, структура его вылетает. Сразу в полном объеме. Она уже в компьютере есть, она есть в этом... Русебов, по-моему, в этом на сайте. Там у нас. Как еще раз? Что за сайт? Русебов. Эдов, по-моему. Я боюсь обмануть. Ну ничего страшного. Google поправит. Эдов. Рус, по-моему. Вот так что-то. Ну, я почему говорю? Вот запишите, вот какой. vk.com. Рус Рыбников. И так далее. Понятно, да? Вот там все есть. Там ленинградцы создали уже группу. И там все эти материалы выложены. И статьи все мои, и рисунки. Я вот вам не показывал, тут есть такой журнал «Химия и жизнь», если кто химики знает о таком журнале, как он вместо того, чтобы заниматься химией, в 91-м году, с 85-го года, у меня были документы, был главным резидентским журналом сионизма по уничтожению нашей страны. Там на каждом журнале написано, что делать в конкретный момент этим уголовникам, которые в 91-м году разрушили нашу страну, нашу родину. Я там некоторые плакаты дал уже разъяснение, но буду по всем давать, чтобы вы знали. Таким образом, мы получили вот эту систему. Она математизирована. Но что для этого потребовалось? Для этого потребовалось перейти, очень важно, на счет русов и начинать с нуля. И нулевой период
и нулевой ряд. Тогда все становится на свое место. Распределение по плотности всю периодическую систему переворачивает с точностью до наоборот. И она уже становится, вот тут мы писали, не он, фтор, кислород, азот, углерод, бор, бериллий и литий. Теперь и по атомным весам она стала на свое место. И кислород стал во второй валентный ряд. Это нулевой, это первый, это второй. Все проблемы снялись. Мало того, мы видим, что от увеличения на один атом изменяются свойства по горизонтали на один электроатом сирот. А когда мы говорим о периодичности по объему, то тогда появляется вот это вот повтор структуры. И если мы уберем какой-то атом один, вот я вам подчеркиваю его сейчас, это полностью заполненный период. Если мы у него убираем симметрично, то в каждом последующем ряду на среднем уровне идет повтор. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То есть все, которые находятся по числу, вот допустим, 7 восьмых, 7 шестнадцатых, 7 тридцать вторых, 7 шестьдесят четвертых, 7 128. Вот это рядовая последовательность, которая показывает нам уплотнение, и что структуры такие же, только в два, каждый раз уменьшаются по объему в два раза. То есть периодичность и по горизонтали, периодичность и по вертикали. Таким образом, моя периодическая система стала, наконец, периодической и описываемая в математическом счете. Что здесь очень интересно? Когда мы говорим медячок, пятак медный, это сколько медячок? В пятой степени это будет 2. В пятой степени это седьмой номер, 7/32 это купрум, медь. 7/64 это аргентум, 7/128 это аурум, золото. Медячок, серебрячок, золотничок. То есть все совпало. И никаких двойных толкований быть не может. Что же нам делали? Я расскажу вам, что много лет нас дурачили коллайдером у нас под Серпухом, знаете. 30 лет, сейчас там лягушки квакают. Деньги угроблены, эта шайка нас дурил-дурил, ничего не могла сделать. Тогда вся мировая система начала строить это в Сиомских Штатах и в Швейцарии. И вот собрали огромное количество ученых, деньги вложили миллиардные, только для того, чтобы нас дурачить. Они говорят, что они ищут бозон Хиггса. Слышали, да? Вот в 1888 году они придумали бозон Хиггса. Хиггс. Если мы возьмем элемент Х у Менделеева и прочтем его по-русски, мы получаем Хиггс. Но он не сработал. Они говорят, что это три точки пространства, соединенные токовыми какими-то пренебрежениями. Не доказали. С 76 по 79 год они нас дурачили уже бозоном каким? Хиггс. Хиггса. И говорят, что они наконец получили этот прелестный, обращаю вас внимание, а какое отношение имеет слово прелестный? То есть нас все время стремятся вернуть к сексуальности. То есть у них главная задача втянуть нас в эти сексуальные отношения, чтобы мы, как у них указание в химии жизнь, указывают женские точки, ориентировать всех на секс. Это химия жизнь. Вот. Значит, теперь почему
невозможно было получить бозон Хиггса. Для чего они его делали? Они говорят, что мы, когда откроем бозон Хиггса, то мы объясним появление массы. Помните, да? То есть мы получим более плотное вещество. И они разгоняют электрические заряды, там гоняют по кругу. Соударяют их, а получить не могут. Почему не могут получить? Кто-нибудь может сказать? Не там можете. Масса уменьшается, наоборот. Умничка. Значит, первое. Они создали вакуумную установку. В вакууме все вещества что делают? Разуплотняются. Даже испаряется металл в вакууме, знаете, да? После этого они разгоняют, устраивают взрыв. Взрыв, любое вещество что делает? Разуплотняют. И вот эта шайка старается из нас сделать еще более круглых идиотов. Что они в условиях, когда невозможно получить более плотное вещество, они нам доказывают, что они получили. А получили они электроатом в сирот. В любых размерах и ловят его, и не могут понять, как же так. Плотность одна и та же. Они говорят, мы нашли частицу, у которой скорость более света. Кто-нибудь знает скорость света, чему равна? 300 тысяч километров в секунду. Вот видите, значит, я должен вас огорчить. Это выдумки Эйнштейна. Если вы возьмете свечку, потушите свет и ее поставите, она освещает только какой? Определенную сферу. Обращаю ваше внимание, сферу. И дальше никуда не бежит, в углу темно. Как же так, при скорости 300 тысяч километров, он не пролетает и 2 метров? Вы вдумайтесь, сначала потом будете возмущаться. Вы вдумайтесь, а потом будете возмущаться. Итак, при скорости 300 тысяч километров в секунду он не может пролететь 5 метров. Что же его так тормозит-то? А теперь показываю вам этот эксперимент. Возьмите эту свечку, осветите свое лицо. И с освещенным лицом подойдите к стенке напротив. И стенка засветится. Так кто скорость света дает? Тот, кто его несет. А свет неподвижен. Это стоячая объемная волна. Электромагнитная. И когда вам втюривают, что он берет со скоростью 300 тысяч километров в секунду, представьте себе, кто вы есть. Чтобы совсем было понятно. Е равно МЦ квадрат. Все согласны, что это теория Эйнштейна, его основная квинтэссенция? Е, что такое? Энергия. Хоть один из вас знает определение энергии? Застывшая материя. Нету. Дайте, энергия это. Ну-ка, кто скажет? Вид материи. Мера количества движения. О, видите, мера опять. Это сфера атома. Нет. Энергия. Давайте я вам дам свое определение, а вы подумайте еще раз. И, пожалуйста, проработайте. Энергия – это способность электромагнитного поля Вселенной реагировать, релаксировать и перераспределять результаты всех взаимодействий до нулевого потенциала или равновесного состояния. Вот что такое энергия. Это способность электромагнитного поля. И если бы такой способности не было, мы бы давно были уничтожены этой шайкой технарей. Вот и все. Потому что природа, что бы они ни делали, она все восстанавливает. И наша задача помочь нашей родной природе восстановиться. Поставьте, пожалуйста, хвостик. Определение. Чего? А, энергии? Это способность электромагнитного поля Вселенной реагировать, релаксировать и перераспределять результаты всех взаимодействий. Можно написать электромагнитных, других нету. До нулевого потенциала или равновесного состояния, что одно и то же.
От чего все это идет? Все это идет от Эйнштейна. Вот она, поганая масса. Итак, это неопределенность. Неопределенность у современных ученых. Массе определения. Неопределенность. Ну а c квадрат — это выдумка Эйнштейна. Теперь смотрите. Неопределенность равна неопределенность, умноженная на выдумку Эйнштейна. Переводите все в слова. Тогда у вас возникнет образ. И вы сразу увидите, как из вас делают дураков. Четко, совершенно. Нет вопросов. Теперь такая же дурь — это все законы Эйнштейна. Все вы знаете закон, первый закон Ньютона. Слышали о таком? Тело движется равномерно, прямолинейно или находится в состоянии покоя до тех пор, пока на него не действуют никакие силы или сумма сил равна нулю. Ничего не видите? Как тело может одновременно находиться в состоянии покоя или двигаться? Ну, бред. Или оно движется, или оно находится в состоянии покоя. Разделим. Значит, первую ложь открыли. Тело движется равномерно и прямолинейно до тех пор, пока на него не действуют никакие силы. Или сумма сил равна нулю. Итак, первое. Прямолинейного движения в природе нет. Чтобы делать, нужно корректировать. Второе. Равномерного движения в природе нет. Чтобы его получить, нужно корректировать. А у него написано, на него не должны действовать никакие силы. Приехали. Уголовник в чистом виде. Второй закон. F равно ma. Скажите, пожалуйста, вы не видите здесь никакой дури? Неужели? Какая прелесть. Вот это F какая? Статическая. А это какая? Да у них разные величины измерения. Ну как же можно всем физикам такую дурь тянуть? И врут же на каждом шагу. Врут. Нагло. Беспардонно. И получают огромные зарплаты с наших налогов. Да мы с вектором. Какой вектор? Вы можете еще корову привязать туда. Вектор. Когда не знаешь, что сказать, и да, хорошо. Ничего нет. Эти два закона. И главнейший закон лжи. Всемирное тяготение ко лжи. Если вы его помните, он записывается следующим. F Ньютона равно гамма М1 на М2 деленное на c квадрат. Так или не так? Так. У кого-нибудь полиэтиленовый пакетик есть маленький? Давайте, давайте. Вот ребеночек, он умненький, я своим студентам говорю, вот вы учитесь на четвертом курсе, скажите, пожалуйста, как вы думаете, кто из вас умнее, мальчик трехлетний или вы? Он говорит, ну, конечно, мы. Мы уже столько прожили. Я говорю, это и вопрос. И вот подходит мальчик к своему отцу и говорит, папа, или к дедушке, купи мне шарик. Он говорит, нет вопросов. И купил ему что? Вот эту резиночку. Он говорит, пап, ну ты что купил-то? Я тебе что просил? Шарик, а ты мне что купил? Ты что, говорит, не соображаешь ничего? Он говорит, круглый, на ниточке и летает. А ты мне что купил? Он говорит, да, сынок, сейчас все сделаем. Берем и взвешиваем. Этот шарик весит x. Задуваем сюда гелий. Масса увеличилась? Ниточку привязали, масса увеличилась? Куда шарик полетел? А по закону Ньютона? Выкиньте всю эту кретиническую науку. Вранье на каждом шагу. И такие эксперименты нам не показывают. Что же нам показывают? Яблоко упало идиоту на голову. И он закон нам пишет. Скажите, пожалуйста, а почему яблоки с дерева падают? И какие? Потому что они гнилые. И символ
Ньютоново яблоко червивое с точкой. Кто в Москве живет, зайдите. Там есть кругом реклама. Ньютон, яблоко и с точкой. А над точкой цилиндр, продолжение пустой головы. Вы никто этого не видите, а кто уже знаком, тот видит это. Вы это все можете увидеть. Вот. Таким образом, почему яблоко не зависло в воздухе-то? Девушка, почему? Потому что плотность яблока больше плотности воздуха. А вот если мы взяли яблоко и утопили, отпустили, что оно сделало? А почему это оно всплыло-то? Потому что плотность яблока меньше. Меньше. Значит, определяет не масса, а что? Плотность конкретных веществ и распределение по плотности. Вот ту дурь, которую эти уголовники нам переворачивают и дают с точностью до наоборот. И так во всех школах. И так каждому ребенку. Я почему об этом говорю? Потому что мы сегодня потеряли контроль. И вот я доскажу вам этот момент, очень интересный. Вы знаете все песню о Миге. Слышали? Нравится? Нет. А что вам не нравится там? Песня о Миге. Есть только Миг. Да, да. Земля Санникова. Да, да, да. Да. Вот смотрите, кто-нибудь из вас задумывался? Призрачно все в этом мире бушующем. Скажите, это как? Что-нибудь в голове есть? Есть только Миг. Я извиняюсь, за него и держись. Это как? Это полный абсурд. Это поэтическая гипербола. Сейчас. Сейчас не спешите. А на звезде, а для звезды, что сорвалось, сорвавшееся и падает, падшее, есть только Миг. Скажите, пожалуйста, а по-русски эти слова можно изложить, как вы думаете, правильно? Можно. Оказывается, если правильно переложить эти слова на русский лад, то получается, жизненно все во Вселенной бушующей. Есть земной шар, за него и держись. А на земле, что вращаясь, не падает, жизненный цикл, созидательный миг. И вот такую дурь нам закладывают. И мы не видим, и поем, и радуемся. Чему? Поэтому я всех еще раз призываю. Думайте, думайте, проверяйте, еще раз проверяйте. Ну, с законами Ньютона разобрались, с законами всемирного тяготения разобрались, да? Таким образом, мы видим, что это все вранье. Еще один очень интересный момент, химический и физический, он тоже, понимаете, их разделять нельзя. Все вы знаете, что материалы делятся на проводники, полупроводники и еще... Они делятся условно, правильно, да? По какой величине? По электропроводности. Я правильно сказал? Правильно. Теперь скажите, пожалуйста, а ни о чем не говорит вам эта терминология? Почему вдруг об электропроводимости-то все? А да потому что все состоит из электрических зарядов. И тогда вся система, не нужно придумывать единую теорию поля. Она есть. Есть электровещество, электроатом, сирот. Электропроводимость всех материалов, построенных по этому принципу. И вот эти уровни проводимости. Один уровень проводимости, второй уровень проводимости, третий уровень, четвертый и так далее. И если мы одновременно по всем пропустим заряды, то мы получим полную проводимость, а не дурацкую сверхпроводимость. Вот вам простейшие вещи, которые человек начинает осознавать, когда у него на месте знания, то есть в его голове. И вот, наверное, вы слышали о таком известном ученом Ферми. И вот там нам говорят, что проводимость материалов обеспечивается чем? Зонами Ферми. Ну, сначала я вас опять возвращаю. Подумайте, каков размер атома? Ну, где-то меньше, чем 10 минус 10, где-то в районе 10 минус 15. Вот так, условно. Но я вам хочу сказать, атом может быть любой величины. И может быть в метрах измеряться. Главное, чтобы у него была одна и та же структура.
И тогда он одни и те же свойства проявлять будет. Но не в этом дело. Но когда нам уверяют, что атом меньше 10, чем в минус 10, как туда залез Ферми? Только подумайте. И скажите, каким прибором он туда залезет, 10 минус 10? Какой же зонд можно найти? Ну-ка. В этом все и дело. Туда даже забраться нельзя. По их теории. Это первое. Второе. Я всем привожу простой пример. Природа всегда права. Скажите, пожалуйста, сколько лет мы варим стекло? Тысячи лет варим. Я почему вернулся к стеклу? Есть такой материал кремний, полупроводник, знаете? Знаете. Есть такой проводник металл-медь, тоже все знаете. Как из меди сделать полупроводник? Окислить. Получается купрум. О, он становится уже полупроводником. Если дважды его окислить, то получается малахит уже диэлектрик. Какая прелесть. А если мы кремний окислим, что мы получаем? Ну, все мы знаем горный хрусталь или кварцевое стекло, он тоже диэлектрик. Ну, дорогие мои, при чем тут Ферми? До какой же степени мы оглуплены? Никаких уровней Ферми нет. Есть дурь Ферми, которую нам втюривают. Есть простейшие эксперименты. Окисляем полупроводник, получаем диэлектрик. Окисляем проводник, получаем полупроводник. А почему так? Давайте проверять. Первый самый хороший диэлектрик какой? Отдыхаешь? Дерево. Отдыхаете? Воздух второй. Кремний. Вакуум. Умница. Первый является вакуум. Вторым является воздух. А что такое газ? Это составляющая. Все. Кончилось вранье физиков и Ферми. Как только мы окружаем атом проводника, полупроводника кислородом или водородом CH4, да, мы получаем диэлектрики. И вот эту дурь системно академики нам втюривают. Из нас делают просто идиотов. Поэтому я вас еще раз призываю все перепроверить, все пересмотреть. И уже тогда, после этого, начинать думать правильно. Почему правильно надо думать? Потому что нас все время держат в неравновесном состоянии. Нас заставляют жить полуголодными. Нас постоянно меняют налоги. Нам врут, что мы построим коммунизм к 80-му году. А коммунизм кто построили? Уголовники в 91-м году. Оказывается, они коммунистами стали. Они все себе в карман положили. Это они и строили. И они строили для себя. Но говорили, что для нас. Такая же ситуация о слове «демократия». Вы когда-нибудь задумались на том демократии, что он означает? От какого оно слово? Ну-ка подумали быстро все. Демос. А демос какое слово? Греческое. Скажите, пожалуйста, а зачем нам, русам, греческие слова-то? Мы что, на своем языке сказать не можем? У нас народ есть. И мало того, у нас в Конституции написано, что власть принадлежит не демосам. И источником власти является кто? Народ. Скажите, пожалуйста, зачем мы на выборы ходим? Власть-то наша. И мы идиоты, ее отдаем кретинам. Чтобы они нас грабили. Зачем вы отдаете власть-то? Вы только подумайте. А потому что выявляются такие, как Жирик, и говорит, вы нас выбрали, теперь нас слушайте. Так вот, запишем слово «демос». Ну, пусть по-русски это будет народ. Пишем демократия. Демократия. Ну и где вы тут демос видите? Вы что, пьяные? И вот эта шайка дурит нас демократическим преобразованием. Почему? А потому что здесь стоит... Демонократия. Власть уголовников, демонов, разрушителей. Проверяйте по функции. В 17-м году страну разрушили? Разрушили. В 91-м году что делали страной? Разрушили. Кто разрушает страну?
демоны. А вам кричат демократия. Так что вы знаете, кто такие демократии. Только один человек честно сказал, Новодворск, но ее тут же после этого убрали с арены. Она говорит, демократия это не власть народа, это власть имущих деньги. Ее сразу убрали, потому что она раскрыла уголовные преступные шайки этой системы. Вот вам демократия. Вот я вам еще не показал, вот этот эффект рынка с яблоками. Я забыл, поторопились мы как-то. Я вам только показал, что нас дурят на цифрах, правильно? И вот здесь очень один интересный момент, я его упустил, я вам сейчас его верну. Я почему говорю, все время думайте. Один, 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 один. И вот когда к вам приходят с 10 или там со 100 долларами. Вы нам рассказываете? Нет, я вам этого не рассказал, поэтому я и вернулся. Я рассказал вам, как вас дурят на цифрах. Так вот, эта система называется товара обман. Нет, обман. Не путайте. А вот когда вы переходите с продуктами природными, с золотом, и говорите, что вам нужно 10 яблок, что вы делаете? Вы кладете 10 зернышек золота, а не цифру пишете. И вот это называется товара. Ой, какая прелесть. Но для того, чтобы нас дурачить, нам придумали опять слово сионское из сионских штатов. Бартер. А это русский товарообмен. Точно так же с бензином. Если мы хотим купить 10, мы рисуем 10. Это тоже товарообмен. Поэтому вся рыночная система, о которой говорят, не рыночная, а уголовная система ограбления тружеников. Эта шайка уголовников нас дурит. И поэтому деньги у них не обеспечены. И выпускают их собственные частные фирмы. И сегодня наше правительство отдало наши банки, деньги печатает шайка уголовников. Которая дурит. И никакие выгоды, никогда мы ничего не получим. Мы всегда работаем на теорию больших чисел. Что бы мы ни делали, все миллиарды у них. И мы только помогаем им обогатеть. Поэтому задача только может быть одна. Деньги должны быть какими? Самообеспеченными. Вот тогда медяшки, железки, помидоры – это деньги. Это реальность. А цифры пусть торгуют между собой шайка. Вот и все. Мы должны это четко понимать. И вот когда человек говорил мне про магазин, как я... Я четко знаю, что сегодня я живу в этой помойке. Но я знаю, что нужно от этого избавляться. А когда человек поумнеет, пройдя этот курс, он не будет задавать вопросов. Он будет знать сам, когда, в какой момент нужно что делать. Я вам поясню еще один раз этот вопрос. Сегодня, в 91-м году, я привожу пример, это у меня было все на глазах, нашу страну, нашу мать, нашу родину грабили, насиловали. Хоть один человек, ну, были группа людей была, которая пыталась защититься от этой шайки. Основная масса что делала? Спала. И вот поэтому, не надо, слушайте меня, они... Военные ждали команды, вот теперь послушайте меня, военные ждали команды от кого-то, чтобы защищать свою родину, свою мать, свою жену, своих детей, когда кучка уголовников ее насиловала. Вот как вы должны это понимать вопрос. Это шайка уголовников, остальные спят, ждут команды. Вы только подумайте, до какого уровня опустили наше сознание. Вот. А когда каждый будет понимать, что не надо ждать команды,
когда на него и на его детей нападают бандиты, а надо их защищать, всегда, в любой момент сдавать сдачу. И тогда все вопросы и отпадают. Привожу пример. Ласточки гнездуются там около речки, знаете, береговушки. Когда нападает ворона или сорока, что они делают? Они объединяются, ее гонят. Где же ваши мозги? Чего же вы спрашиваете, что делать? Вы должны знать, что если вы сами не защитите свою родину, не защитите свой род и свой народ, вас уничтожат. И это главное. Для этого знания вам и даются. А для того, чтобы вы этого не могли сделать, вас дурачат. Из вас делают интеллектуальных зомби. Вам дают дипломы, титулы и так далее, и так далее. И деньгами вас снабжают, зарплату дают. И потом обещают, через 40 лет пенсия у вас будет хорошая. Нам, я говорю, коммунизм уже построили нам, теперь нам строят и демократию, и пенсию хорошую. А знаете этот Насредина сказку, когда он обещал? То ли, говорит, я умру, то ли Ишак умрет. Поэтому, да, поэтому всегда думайте, для этого дадена голова, чтобы вы самостоятельно думали и самостоятельно принимали правильные относительно рода, народа, родины и природы решения. Я думаю, что все. Ну, прежде всего, Юрий Степанович, большое вам спасибо. Большое спасибо. Ну, давайте, наверное, все-таки вопросы, да, Юрий? Да, да, давайте. Какие? Так, пожалуйста. Вот вы сказали, отрицательных чисел в природе нет. Да. Но как с помощью вашей теории объяснить, что такое добро и зло? Что такое? Что такое добро и зло? Значит, не надо объяснять глупости. Если ты живешь в природе, скажи, пожалуйста, какое зло наносит тигр, когда пожирает свою жертву? Он наносит природе зло? Нет. У него есть необходимость, и в первую очередь погибают слабые и больные. Бывает, попадают и здоровые, бывает, я не спорю. Но в первую очередь погибает. И вот у меня был с одной женщиной, она преподаватель, и она мне говорит: Юрий Степанович, вот видите, как в природе все мудро. Я говорю: ну если вы хотите жить по природе, то скажите, пожалуйста, зачем мы, людей, которые родились сердцем за пределами грудной клетки, выхаживаем? Зачем мы выхаживаем совсем больных и не заботимся абсолютно здоровых? Значит, никакого добра и зла не бывает в делении. Есть природа, которая устанавливает без вмешательства людей извне равновесие в природе и ее процветание. Мы, когда переходим на правильное понимание вопроса, мы говорим, что надо здесь занять очень точную позицию. Зло идет только у тех, кому всегда мало. Что такое зло-то? Значит, я бы вам сказал, как померить. Есть такая очень хорошая поговорка, когда человек ничего не мерит, а отрезает. А мерить надо все. Поэтому идет разговор о другом. У каждого-то мера своя. И вот вы тогда скажете: а как же правильно? И вот мы тогда теряемся. Вопрос всегда один. Зла в природе нет. Зло идет от людей, которым мало. То есть жадность их обуревает. Это значит, что они потеряли чувство контроля над собой. Сегодня это наглядно демонстрируется. Вам уголовная структура наобещала миллиард свобод. Скажите, пожалуйста, какую из них вы можете реализовать? Никакую. У вас есть только право. А человек обладает чем? Волей. Волей. У него и отобрали. И он согласился с этим.
он кинулся за этими дурацкими свободами. Вот когда у человека работает воля, он не позволяет глупостей. Он никогда на чужую волю не посягнет. Он никогда не позволит насиловать кого-то. То есть он воля изъявляет согласно природе. И согласно нашему укладу. Понимаете, да? У нас, если человек нарушает правила поведения, он кем становится? Изгоем. Вот в чем вопрос. А когда мы придумываем зло, потом начинаем с ним бороться, мы забываем о том, что нам нужно добром заниматься. Юрий Степанович, вы не совсем правы в том смысле, что вы говорите о человеке, но нужно говорить, по-моему, о народе. То, что люди понимали и до этого, да, не все были дураками, скажем так. И пришли, вот, скажем там, в 93-м году расстреляли 2500 тех людей, которые понимали. Но говорить я имею в виду, что все правильно, вы говорите. Но говорить нужно о народе. Человек сам по себе – это просто единица. Нужно вот этих человеков объединить в народ. Вот ну, тогда будет толк. Потому что я очень просто было начал. Сделать, скажем, написали конституцию американцы, написали это самое положение Центральной банка России, подпоили, Ельцина подписал, и все, мы сейчас опять в плену. Давай так, это все понятно. Итак, вы поймите, что все, о чем вы говорите, это все известно. Это оккупация нашей страны с помощью Сионских Штатов Америки. Вы же все помните, вот ваше поколение, как и я, мы помним, что этот уголовник опустил наш самый дорогой рубль в природе, который числился. Доллар стоил всего 60 копеек. Он его опустил до 1/3000 доллара. Вот где зло. Это идет только от врагов нашей Родины. Но мы это позволили? Здесь? Кто виноват-то? Юрий Степанович, разрешите добавлю, да? То, что сейчас, секунду. Мы о чем мы говорим? Что правильно, зла во Вселенной не существует. Зла от системы организации управления обществом. Общество в управлении есть право и воля. Правь или же по праве, или же по воле. Воля, она бывает как демоническая, так и, в общем-то, человеческая. Право и лево. А лево, вот лево, лево, вот как раз вот... Девушка, лево как раз и воля, лево, воля. Скажите, пожалуйста, какая у меня рука левая, какая правая? А теперь посмотрите отсюда. Ну, зависит, откуда вы посмотрите, милые мои. Не выдумывайте ничего. Концепция рука и рука. А все, сено, солома. Причем тут лево и правое? Как назовешь? Здесь вот чуть-чуть, вот буквально, я так понимаю, что Юрий Степанович концепция общественной безопасности практически не знаком. Но здесь буквально тут даже не полшага, вот одно движение, и все тут встает на свои места. Я думаю, что большинство, ну подавляющее большинство, мы понимаем, о чем речь, о чем он говорит, и о чем он, ну скажем так, пока не говорит. Так что все складывается и очень четко. Та же воля, еще раз, в русском языке надо смотреть корневую базу не просто как она звучит, ее и смотрите наоборот. Воля — это и лево однокоренные слова. Можно так, так, я... вот сейчас вот товарищ, а потом Сергей. Вы. Я физик, поэтому очень коротко дам определение вот по вопросу, что такое добро, что такое зло. Да, я только к человеку, очень просто вроде бы. Добрый человек — это тот, который в каждой своей мысли, в каждом своем слове, в каждом своем поступке думает о том, а не будет ли плохо другим от моего слова, от моей мысли, от моего поступка. Плохой человек, он в каждом своем действии, в каждом своем поступке, слове думает о том, а не будет ли плохо мне от моего действия, слова и поступка. Значит, я вас должен огорчить. Вот Сергей был со мной. Я жене столько неприятностей сделал, когда уехал. Она с ума сходила, куда ты поехал, и вообще, и все такое. И вообще, больше ко мне можешь не приходить. Вот вам ваша трактовка. Юрий Степанович очень больная жена. Но вот он, его Сергей пригласил, а он приехал, понимая, что это необходимо для нас, это необходимо для страны.
И в конечном понимаете, итоге поэтому необходимо... Я сделал вам хорошо, тоже. А ей-то все очень плохо. Поэтому все опять это... Опять же, концепция. Сейчас, подождите, вот Сергей. Вот. Вот знаете, это... мы сейчас затронули очень интересную тему. Воля и свобода. Не могли бы вы ее раскрыть? Потому что она, вот, по сути, не раскрыта, эта тема. А ведь мы каждый день ее слышим через экраны телевизора, постоянно об этом говорят. Свобода, свобода, свобода. Вот именно это слово, и как оно совокупно с волею. Вот вы немного ее приоткрыли, но не раскрыли. Могли бы вы вот пояснить? Для нас слово «свобода» – это аббревиатура. Совестью водительство Богом данное. Вот очень интересно на вопрос Сергея. Я не могу с этим пока согласиться. Значит, первый вопрос. В нашей стране все время было со времен царствования много тюрем. И всех загоняли туда, кто не угоден власти. Для того, чтобы эту систему немножко прикрыть, туда же загоняли и преступников всякого рода. Тюрьма должна быть для власти. И вот как только преступники выходят, как они говорят, на свободу с чистой совести, она нужна только им, чтобы продолжать свое гнусное дело. Что же такое воля? И поэтому всякие свободы нужны только преступникам. Их четыре. Грабить, убивать, обманывать и насиловать. Вот для чего нужны свободы. Все остальное – вуаль, завуалированная система. Теперь мы говорим о воле. Воля – это человек, который рождается по природе волеизъявлять. И если он сохранил свое чувство и достоинство людина, он никогда не позволит ни себе, ни рядом стоящим нарушать эти волевые характеристики всех окружающих и в том числе своих. То есть человек самоорганизован, как наша Вселенная, как наша периодическая система, она работает на самоорганизации по воле. Сегодня у нас волеизъявление изъято, и вместо него повешены уголовные свободы. Причем нам обещают все, но мы имеем только право. Понимаете? И это право, записанное на бумаге. Реализовать это право мы лично не можем. А теперь простой вопрос. Почему война идет всегда с русами? И когда она началась? Все вы знаете, что было государство русов. Киевская Русь была, Московская была, Новгородская была, Владимирская была и так далее, и так далее. Было много русов. И там жили русы. И вдруг появляется Украина. Скажите, пожалуйста, а что? Народ стал украинцем или русом? А вот теперь я вам привожу простой пример, чтобы вы понимали. Когда подменяется воля. А теперь на Украине поменяли вместо Украины, назвали государство Парашей. Кем вы стали? Раша. Я прошу прощения, говнюками. Неужели вы не понимаете, как легко поменять волю на свободу? И все готовы хлопать. Мы украинцы, мы россияне. Да какой я россиянин? Да я никогда россиянином не был. Это только Барух Ельцин россиянин. Он россиянин. Потому что он продал нашу страну Сионским Штатам. Когда три уголовника из КПСС развалили нашу страну, этот Кравчук, Шушкевич и Барух Ельцин, они подписали, что они развалили нашу страну. И самое страшное, то не было ни у кого воли изъявлений защитить ее. То есть те люди, которые пытались это сделать, их, как вы сказали, и отстреливали, и изолировали. А основная эта масса приняла. Вот ваша свобода. У вас нет воли изъявления защищать себя, свою родину, своих детей от этой параши, которая в 1991 году создалась. Вы отлично видите, что кто главный разрушитель? Чубайс. Власть что ему дала?
Наказал его, что ли? Да и нет, ему Путин выделил 150 миллиардов для того, чтобы он создал вот эту поганую оппозицию во главе сейчас с Гозманом. Он у него штатный сотрудник, консультант. Какой он консультант? Чубайс ничего в нанотехнологиях не соображает, ничего в нанопорошках не соображает. Он уголовник, он развалил страну, но ему заставили Путина выплатить ему 150 миллиардов, чтобы он продолжал разваливать страну. Где наше волеизъявление? И вот сегодня, я знаю, только Попов один поднимает вопрос об уголовном преследовании со стороны русов Чубайса. Да на кол его посади. Давай так. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что волеизъявление посадить на кол, вы понимаете, делаете ошибку. Нет, это из мультика фраза про Эдимура. Нет, нет, нет. Вот дослушайте меня. Чтобы что-либо сделать, это надо все узаконить. Вот чем сильна эта шайка. Она сначала уничтожает страну, создает свои суды, создает свои, и узаконила преступность в нашей стране. Но она получила абсолютную защиту для себя. Вот в чем вся хитрость. А мы ходим и голосуем за них. Вот что, беда-то. Опять, где наша воля? Где наши мозги? Вот поэтому самое главное, что человек всегда должен думать, что я воля изъявляю, а то вам объясняют. Тайные выборы. Какие тайные выборы? Объявление официально. Выдают бюллетени официально. Кидайте вы у всех на глазах. А результаты? Тайные. Вот где тайна-то. И тогда вам начинают вешать лапшу, что за них проголосовали. Выборы могут быть только явными и открытыми. А тогда и оппозиция не нужна. Зачем а эти если, все? А если эти выборщики не понимают ничего? Какие? Ну, те, которые будут явно и открыто. Итак, мы а с вами... А там, давайте так. Или в светлую, он же все равно не понимает. Значит, я как раз об этом и говорю. Система заключается в том, что сегодня парализован народ. Парализован. Поэтому как можно больше проверяйте, изучайте, чему вас учили. И этому же самому любыми путями передайте эти знания своим детям и внукам. Если даже нам не удастся вернуть на круга своя, на шары свои, я подчеркиваю, на шары, то они сделают это. Но это делать надо. А если вы будете работать в системе, которую они нам навязывают, там выхода нет. Вас будут пичкать тюремными свободами. Вас назовут экстремистом. Вы же знаете, что 11 сентября ЦРУ устроило сами взрыв. Два этих близнеца. Вы знаете, что в нашей стране дома взрывали свои. Когда поймали гибистов, сказали, что они, оказывается, репетируют. Вот и все. Вы понимаете, что это все только для того, чтобы народ загнать под подошву, под каблук, чтобы его душить. Юрий Степанович, вот именно для этого наша партия существует. И, да я не против вашей партии, и по-моему. И ваши знания, это дополнение к той концепции носителями. И очень хорошее, да, и я очень, хочу и только очень одно мощное. Добавить к вашей партии. Мне бы хотелось, чтобы ваша партия была одной. Она называлась «Партия народа русы». Со всеми концепциями. Вот и все. Народ должен быть един. Когда появляются вожди, они разрушают наш народ. И каждый говорит, я своих туда не пущу, я своих туда не пущу. Поэтому, если у нас голова в порядке, нам вожди не нужны. Я поясню, почему. Вы никогда не задумывались, чем отличается вождь от вожака? Вожак доказывает свое преимущество каждый с каждым. А вождь собирает кучку и подавляет всех остальных. Вот и все. Мало того, вот есть такой фильм у Рома, я вам его расскажу, я его очень люблю. Он взял два стада молодых поросят годовалых. И вот они там начали устанавливать свои порядки и выстроились. Самый сильный, самый правильный вожак, потом второй, потом третий, потом четвертый. И вот к пойлу подходили по очереди. Тогда делают проверку, заливают пойло с алкоголем.
эти поросята нормальные, а эти как нажрутся, и давай опять по новой драться. Ну и говорит, вот смотрите, картина вам всем известная. Просыпаются, голова трезвая, и к пойлу подливает им пойло, что подходит вожак, нюхает. О, водка. Он отворачивается, всех отогнал, водку хр и выбросил. Подчеркиваю, свинья. Они наливают второй раз. Он подходит, водка. Хр, не дает никому жрать. И только на третий раз, когда налили хорошее пойло, он пожрал сам и разрядил. Это вожак. А что делают вожди сегодня? Они спаивают и уничтожают народ. Они говорят нам, что они борются с наркотиками, они борются с водкой, они борются с никотином. Ну, кругом торчат, воруют, продают и все на свете. И разврат, и уже сегодня о том, что вся Европа уже, все педофилы, уже везде узаконили. И когда этому объявили, что вот, вот они меня достали, он говорит, ну вы не обостряйте ситуацию, вы делаете свое дело потихонечку. Придет время, мы узаконим и это. Вот как это делает власть. Они узаконили. А теперь самое главное, а чего у нас нет? А начиная с Петра Первого, который уничтожил право русов жить на своей земле под видом демократии, все народы якобы уговняли. В 17-м году под видом демократии малым народам стали давать земли русов в пользование пожизненно. Все получили земли, кроме русов. Все говорят, ну Российская Федерация, я говорю, а там найдите хоть один квадратный метр для русов. Нету. Что было в 91-м году? Полковник КГБ, я вру, генерал-майор КГБ Соломатин организовал операцию «Русь». Всех, кто клевал на эту систему, ловили и сажали в тюрьмы. А всем малым народам давали суверенитеты. Жгите, пока не подавитесь. Сегодня нет ни одного квадратного метра официально, где бы народ русы, хотя его 85% в любой республике, больше 50%. Ну, например, в Якутии или Сахе, там 3% якутов, 85% русов. А Саха, республика, да Путин ее продлил до чего? До Амура. Когда это якуты жили дальше Якутска? Они там в тундре жили? Так вот, для того, чтобы можно было грабить с помощью малых народов, а убрать оттуда русов. Сегодня Чечню расширил Путин, отдал ей земли этих терских там казаков. Сегодня отдали землю Франции Иосифу, там, где они Шпицберген, там нефть качали. Отдали зале эти рыболовные территории на Камчатке. Уже подписали контракт в совместном использовании с китайцами. Отдали Харбин. А кто-нибудь помнит о Русской Америке? Это сионистам отдали, сионским штатам Америки, Русскую Америку, штат Аляска теперь называется, и Филадельфия. Калифорния, по-моему, Калифорния. Вот. А никто об этом и не знает, как эта шайка уголовников разбазаривает земли русов. Вот, вот когда вы все это будете знать, тогда и вы будете знать, что над нами сгустилась смертельно опасная мразь. Она сегодня сконцентрировалась. В 91-м году эта уголовная структура открыла все границы, чтобы вся мразь, все уголовники были на нашей территории. А такой, я уж не знаю, как его назвать, ублюдок, он сказал, что посмотрим, выйдет же трирусский очередной набег азиатов. Это Млечин. Посмотрим, кого будут рожать русские женщины. И это продолжается и сегодня, чтобы подавить нас не только волю, но и родовое сознание. И женщины, многие, не думая ни о чем, ох, мне надо выйти замуж. Вот мы сколько по телевизору смотрим, они выходят за азиатов, за арабов. Они что, до сих пор тупые такие? Из-за жадности денег, из-за того, чтобы хоть как-то, они идут на любой грех, как мы говорим, только чтобы, а им вот это нужно, подавить на уровне рода наше волевое сознание Родины природы. Если
больше хотел бы уточнить по поводу математики. Математика это все-таки наука или это система счетов? Значит, давайте так. Для меня понятие наука преступно. Правильно. Учить можно грабить, убивать, обманывать и насиловать. Все остальное познание. Мы познаем мир, приобретаем знания, осознаем и живем со знанием. Спасибо. Ну что ж, большое спасибо, Юрий Степанович, от всей души. Да. А вы, наверное, можете прокомментировать реформы Академии наук? Ну, я хочу сказать, что как только мы реформировали власть, если вы помните, в Советском Союзе был комитет по национальности, знаете, да? Там не было ни одного представителя русов, не русских, а русов. Русов. Был комитет второй по образованиям. Там тоже не было ни одного представителя русов. Почему? Потому что в протоколах собраний сионских мудрецов и в катехизисе было записано, если у тебя нет нацмена, все должности сократить. Во власти русов быть не должно. В связи с тем, что необходим был технический рост, и наша страна поднималась с колен, война была, и тогда у власти были одни русы. После 45 года была проблема, вы все знаете, Алена Даллеса речь. Он сказал, что надо навести на территории России, а это значит с народами русов, обезличку, честных оболгать, опозорить, развивать всякое разврат, развивать стяжательство, взяточность и так далее, и так далее, и так далее. Сегодня это выполняется в полном объеме, если уже не выполнено. Точно так же и с академией. В академии есть еще люди, которые радеют за знания. Хотя они с трудом это воспринимают, я вам могу сказать. Я беседовал со многими, и когда я им приношу таблицу умножения математикам, они говорят: Юрий Степанович, а как правильно? Я им раз таблицу. Они больше со мной не хотят говорить. Почему? А потому что они зомбированы. Они-то думают, что они отстаивают свою и правильную. А когда видят, что они неправильны, теперь представьте себе, что он академик, столько лет врал, получал зарплату, и он не может себе признаться. Самое главное в людях, что они боятся признаться, что они дураки. Поэтому я вас умоляю, не бойтесь признать себя хотя бы на минуточку дураком. Посидите у зеркала и начинайте умнеть. Только после этого можно избавиться от всех пороков. Ну все. Большое спасибо, Юрий Степанович. Ну, от себя тоже. Мы через Сергея передадим кое-какие наши материалы. Да. Юрий Степанович, вы наш человек. Я рус. А если русы, то мы все наши.